Всем доброго дня. Продолжаем съемки про нашу новую теплицу. Легенда шириной 2,5 метра. Сейчас, сегодня по плану, так как на улице идет дождь очень сильный, делаем внутри грядки. Грядки будут теплые. Комплекс, так как будет они обогреваемые. Сейчас начали делать. Положено. Доска у нас идет струганная, сушеная, пропитанная. 36 на 136. Одну грядку закончили. То есть три ряда, как видим, доска. Сверху выравнивающая доска, планку и стяжки. Сейчас мы положим еще один слой геотекстиля. И потом у нас будет утепление. Вот такая мощная, красивая грядка получилась. Одна грядка полностью готова. Сейчас проглотована на раз. Пропитание на грядке. Утеплили. Мы видим. Сегодня будем делать дорожку. Засыпали ничемным мелким. Положили еще раз геотекстиль. Сейчас вот будем пенопласт, потом песок. Потом приступаем к укладке плитки. Такой вот. Более-менее утрамбовали. Сейчас насколько хватит, на. Потом прикупим на место. У нас идет снег. Первый снег. Почва. Всего 5 мешков по 50 литров. Рекомендуем. И уже датчик 15 включается, 20 выключается. Сейчас мы будем посыпали грядкой почвой сантиметров на 10 и положили обогрев для грядок. Вот такой он идет в коробке. Обогревательная лента. Вначале мне подсоединяется 220, вот просто земля и два белых 220 в розетку, елку. И с другого стороны вот термодатчик плюс 15 включается, плюс 20 выключается. Садится уже удобно. Надо ехать домой. Сегодня хорошо поработал, зармировал, выстоялся. Соединять обогрев. Немножко не прошло. Продолжим. 50 минут мы подсоединили такую вилку. Воду и опа, и начали засыпать почву. Кипяток, мы все грелись. Будет временно полотно кровное, всякие датчики по температуре, по времени. В общем, все. Вот такой увидим, это 3,5 киловатт датчик на температуру. Сейчас теплица получается, видите, снижается в земле. Сейчас почва 9 градусов. Обогрев только включили. Оставим его теперь на постоянно включенный. И будем знать. И накроем еще. На 20 градусов. Сейчас показывает почву. Плюс 9. Начнем. Все приготовили. Вот с чего начать-то? Сказали, лучше вот это посадить. Грядки закончили. Даже уже начали высаживать редиску. Температуру здесь показывала при закрытом укрывном плюс 23-24. То есть обогрев работает. И вот у нас получились теплые грядки. Все, посадили временно, закрываем укрывнушку, рокулу. Будем смотреть. Вот там под укрывным материалом сейчас получается 21 градус. Лампочки. Вот такой светильник. Здравствуйте. День шестой. Рукава зашла у нас. Лампочки все дают. Температура у нас. Почти 20 градусов. Такой грядки. Вот результат. Нам рассказали, как их сделать. Теперь они у нас работают. То есть у нас утепленные грядки с обогревом. Сейчас уже растет у нас редиска.
сегодня 31 октября. С этой стороны у нас посадим. Плица работает 2 конвектора, 650 ватт. Раз, два. И аварийная пушка с датчиком температуры. Сейчас теплица 15,6. Свет у нас автоматически включается, выключается. Такие висят фитолампы с 8 утра до 8 вечера. Пока, до новых встреч, пишите комментарии, подписывайтесь на наш канал, ставьте палец вверх. До свидания всем.